Здорово были. Так, тут у меня сегодня флексы, значит. В отличном состоянии. Размер 7, 26 сантиметров по стельке. Фото стельки приложу потом, постараюсь не забыть. Так, ну вот состояние вполне хорошее, близко к идеалу, я бы сказал, ближе к новому состоянию. Очень довольно-таки толстые ботиночки, так сказать. Вот, довольно-таки хорошая плотная кожа, без наката, без всего, прям охуительная кожа, я бы сказал, даже так вот. Замечательная, красивая прошивка. Вот, двойная, но вот прямо шовчик, шовчик конел здесь вот расходится маленько. Так, вот, собственно говоря, ну что мне их описывать-то? Вот, довольно-таки нетипичные редкие камелоты старого польского производства. Флексы чуть-чуть высоковатые даже для флексов. В принципе, блин, ну все, что мне еще сказать. Отправляю без авито доставки, херово мне торг. А, ну из недоставков, давай посмотрим. Вот шурупы, значит, их нету, выкрутили просто шурупы. Не знаю, что они ему мешали, эти шурупы. И вот, со временем на шнурках пластик потрескался. Как бы вот так вот. Но шнурки они, собственно говоря, так нормально дотягивают. Извините, спать хочу чуть-чуть. Так, ну вот, собственно говоря, все, показывать нечего. Без косяков, без дерьма. Вот, берите, покупайте. 26 сантиметров по стельке. Европейский 41 размер, российский 40.